Азербайджанские школьники успешно выступили на Тюркской международной математической олимпиаде и 28-й международной математической олимпиаде Анталии. В олимпиадах участвовали учащиеся 3-х и 11-х классов. Азербайджанские школьники завоевали 8 золотых, 16 серебряных и 34 бронзовые медали. Награды им вручили профессора Стамбульского университета и университета Акденис. Всего в олимпиадах приняли участие 21 189 школьников из 19 стран мира, в том числе из Турции, Азербайджана, Болгарии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Шри-Ланки, Туркменистана, Индонезии и других стран.